«Единая семья», организованном администрацией города Махачкалы совместно с Министерствами культуры России и Дагестана в рамках международного фестиваля «Каспий – берега дружбы». Наш фестиваль не случайно проходит в городе Махачкале, который является столицей многонационального Дагестана и славится своими древними самобытными традициями. Махачкала является не только административным центром, но и экономическим, культурным центром республики. Сегодня Махачкала – это красивый, солнечный и многонациональный город, обладающий особым, ни с чем не сравнимым шармом. И, конечно же, наш город навсегда остается в сердцах тех, кто хоть однажды в нем побывал. Кавказ – единая семья. Это праздник дружбы, мира, праздник народного творчества. Это площадка, на которой люди демонстрируют и отмечаются культурными традициями, сохраняют и укрепляют мир, дружбу и добрососедские отношения. И сегодня мы приветствуем участников фестиваля «Кавказ. Единая семья». Наших гостей, которые приехали к нам из Кабардино-Балкарии. Карачаево, Черкесии. Северной Осетии, Алании. Чеченской Республики. Мы приветствуем наших гостей из Ставропольского края, Республики Калмыкия, Астраханской и Пензенской областей, Азербайджана и Казахстана. Дорогие друзья, мы приглашаем на нашу сцену министра культуры Республики Дагестан Будаеву Зарему Ажуевну и первого заместителя главы администрации города Махачкала Рафика Шахабудиновича Будаева. Нашей республики, главы Республики Дагестан Рамазана Каджимурадовича Абдулатипова, приветствую наших гостей, участников 3-го межрегионального фестиваля «Кавказ. Единая семья». Вы знаете, этот крупный творческий форум собрал творческие силы и Северо-Кавказского федерального округа, и российских регионов, и гостей из-за рубежа. И сегодня, когда вы сами знаете, на нас очень агрессивно, активно наступают процессы глобализации, и нам с вами важно сегодня не стать манкуртами, людьми, которые не помнят своего родства, не помнят своего прошлого, не знают своих корней. Эти люди, согласно Роману Чингизайтматова, стали рабами. Так вот, сегодняшняя площадка, этот замечательный фестиваль, это фестиваль, который позволит нам сохранить и популяризировать наши традиционные культуры. Культуры, которые представляют нашу многонациональную, многоконфессиональную, многоязычную Россию. Всем участникам, гостям фестиваля желаю мира, благополучия, вдохновения, творческого подъема и всего самого доброго. С праздником вас! Добрый вечер! Дорогие друзья, гости столицы, Зарема Ажуевна сказала, насколько важна сегодняшнее мероприятие для укрепления мира и дружбы на Кавказе. Кавказ бескомно доказал всему народу и народностям, что в Кавказе есть мир, в Кавказе будет мир. И Кавказ всегда станет той страной, где желает только мирные дела.